Всем привет, с вами снова Ред, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Hell to the Rainbow. Игрушка, которую, как мы недавно стали... Транспортер, которому вот недавно стали с вами проходить игрушку под названием Hell to the Rainbow. Довольно интересная игрушка. В прошлой серии мы как бы с вами закончили играть в... Нашли предохранитель, но как-то на свете просто сейчас... к сожалению, сохранение прошло только в туннеле, когда вот мы там шли. Открываем. Так, сейчас по-быстрому, короче, сделаю этот, как называется. Предохранитель вставлю и, короче, уже поедем как-то с вами дальше. Очень интересно, что будет происходить дальше. Прям вот мне есть какой-то интерес. Так, давайте заведемся. Да, конечно, комментариев было много под первой серией, где вот просто там чуваки какие-то больные просто были. Ну, душные чуваки были. Короче, что у нас по прохождению, как бы, давайте будем как-то вот уже... Я вообще хотел, насколько там часов вообще, в принципе, прохождение. Но мне кажется, что прохождение тут на часа два, наверное, так вот как-то будет, рад, скорее всего. Да, я тоже рад, что мы покидаем это место, потому что такое-то нам довольно не было такое. Какой-то... Да-да-да, от него прям такой прям гнев. Да-да-да, вот, кстати, с ним я полностью согласен, потому что атмосферно там, атмосферка такая была как бы не очень, если честно, в том месте. Так, давайте тут как бы... Смотри, это же колобок. Жесть. Страшный колобок, если честно. Давайте остановимся сейчас. Тут не может быть что-то полезное. Не переживай, это не механика, а просто автомат. Конечно, с юмором разработчики отнеслись. А, погнали, что это за колобок такой? Ну, конечно, странный колобок. В моем детстве, конечно, не такой колобок был, но ладно, окей, просто. Сгущенка валяется, я вижу. Продукты питаем, да, сгущенка мы забираем. Странный, конечно, колобок. В моем детстве как бы таких колобков не было. Ладно, давайте садимся в тачку, поедем дальше. Что-то мы в какое-то место подъезжаем уже. Так, что завестись надо. Главное, конечно, не застрять в нашей Ниве, потому что будет печально, если мы застрянем. О, это тоннель какой-то. Мы тут проехать должны, как бы, наверное, да? А, фак. Я надеюсь, это как бы не разбудит тачку. У нас какая-то касцена начинается. Скоро совсем расцветет. Да, скоро совсем расцветет, это как уже заметно. Как, кстати, как вот этот чувак наш Игнат, да? Почему? Сколько он тут был? Он, наверное, не спал? Спал всю ночь. Фух. Может, я прям угадал, что скажет наш чувак. Да, может, стоит продохнуть, кстати, я согласен с ним полностью, потому что мы как-то, по-моему, всю ночь не спались, я не ошибаюсь. Хотя, а чё, как бы удивляться, если чувак вообще, у него вместо глаза какой-то кусок, там, чего-то вставлено, короче, в глазу, поэтому удивляться, в принципе, нечему. Сцена какая-то опять, куда-то, типа, мы едем. Проект Сергея Носков. А, это, наверное, титры, как я понимаю, да, или что это? Подожди, давайте посмотрим. Ну да, это титр, давайте просто пропустим. 10 утра, 22 минуты. Он типа уже поспал. А, нет, потому что мы в какой-то комнате. Кажется, это у соседей снизу. Шум какой-то, он слышал. А, давайте пока посмотрим, наверное, комнату, потому что что-то... А пока то не пойдем, посмотрим, что. О, воебово, кстати. А, так, у нас тут что-то... Система. Давайте посмотрим, что у нас тут. Система сообщения. Егор. Игнат, привет. Айда сегодня с нами на стадион. Привет, не, сегодня не получится. Папа собирался взять к себе на работу. Покажет там разные классные штуки. Понял, так. Дальше, папа. Сынок, прости, в этот раз не смогу тебя взять. Очень важная встреча сегодня. Ну ладно, ничего страшного, папа. Да, конечно, обидно. Игнат, здравствуй, слышал вашу... Ну, это дед уже пишет. Игнат, здравствуй, слышал вашу соседку, тетю Валю, наконец выписывают после процедуры. Изо дня на день должны вернуть ее домой. Это поосторожнее, пожалуйста. Дед волнуется, что-то, значит, было уже страшное. Запись какая-то. Ну, короче, что-то какие-то... Просто музыка какая-то. Крестики-нолики. Опа, давайте поиграем. Смотрите, как тут... Я играю с искусственным интеллектом в крестике ноги. Честно. В
выиграет нас просто искусственный интеллект, ну не искусственный интеллект, а робот нас просто сейчас как бы выиграет, да? Правильно понимаю? Да, ясно. Ну, ладно, погнали, что у нас еще крыша есть какая-то. Ну короче, играть не будем, как мы играем в нормальную игру. А что у нас еще система была, я не посмотрел. А, ну это просто. А, так, дальше у нас как бы, ну, интересно, кстати, что разработчики такое добавили. А, так, задача лежит. А, что-то у нас тут еще какие-то. Хочу верить, другая земля. Наверное, какой-то типа фильм или что, или игра, может, возможно, какая-то. Гитара, с днем рождения, сынок, внутри тебя. Внутри тебя целая вселенная. Это типа подарок от отца, наверное, да, или от родителей, скорее всего. Так, у нас какие-то стоят оборудование, какое-то у него стоит странное, тут какая-то картина с... Ну, короче, ладно. Так, вроде все посмотрели, надеюсь, ничего не пропустил, погнали, посмотрим, что у нас там дальше. О, ну, кстати, вайбово, так прям реально комфортненько. Елка стоит такая новогодняя, у нас, кстати, скоро Новый год, поэтому как раз в тему, то, что стоит елка, очень даже хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Пульт, телевизор стоит, холодильник... Открыть мы не можем его. Так, это тут Чебурашка, Atomic Heart, фильм «Назад в будущее» и еще что-то это вот «Экзе». А, ну и какой-то еще фильм ужасов. Так, а типа прятку, вот записка какая-то. Танюша, сегодня работаю в ночную смену, собираем новый экземпляр и сильно отстаем от графика. С утра заезжал мастер, смонтировал код в замок для двери. В качестве пароля установили число из недавней школьной задачки Игната. Целую, до завтра. Ну, конечно, ты... Хороший батёк, конечно, поставил пароль на школьные задачки Игната, а если, как бы, задачку выкинут, ты об этом, наверное, не подумал, да? Так, что у нас есть у нас? Опа, бутылка какая-то, лимонад, или это пиво? Ой. Ну, блин, потом уберем. Ладно. Просто не будем никому об этом говорить, потом как бы это уберем. Это, наверное, было, может, какое-то пиво или что. А, так, что у нас тут еще есть? Есть какой-то... И как мне начну эту игру? Говорят, скучновато, симулятор ходьбы. Ну, конечно, 35 миллиметров там не просто симулятор ходьбы, но ладно. Свет мы врубить не можем, какая-то стиралка стоит. Что у нас тут еще есть? Телефон. Опять какие-то картины какого-то мальчика. Наверное, это он был маленький. Дальше у нас фонарик. О, теперь мы с фонариком, отлично. Ванна. Что-то страшная ванна, конечно. Свет мы врубить не можем. Какая-то капсула стоит. Мы взаимодействовать с ней не можем. Ладно. Весы. 44 килограмма весит наш Игнат. Унитаз. Так, тут ничего как бы больше чуткого особо нету. Мне, кстати, кажется, что вот эта вот штука как бы нам в чем-то поможет. Потому что, видите, у нас как бы такое... какой-то проход как будто. Сейчас. Это вот ничего как бы на земле не можем. Есть какой-то вот замок. А, ну вот как бы мы должны, наверное... Да, это просто наугад сейчас попробую. 0, 4, 8, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 7, 4, 2. Ну, короче, ладно, погнали, лучше уже не будем как бы гадать, а просто пойдем. Так, у нас тут что-то есть. Вот что. Ну, кстати, довольно просторный коридор. Я думал, он будет намного меньше. А, ну, погнали, короче, туда по-быстрому. Сейчас задачку. Вот это она должна... наверное... Тут, кстати, еще есть комната. Но мы в нее зайти не можем. Наверное, где-то у Игната в комнате, да? А, вот она, кстати, да. Так, подождите. 10 равно 10. А, это 8. Так, давайте посчитаем. Сейчас эта херня. Это у нас вот это вот зеленое. Это... Четверки. Значит, 4 плюс. Плюс тройки, наверное, да. Плюс вот это тройки. Значит, 4, это 8. Ну, давайте попробуем 4, 3, 1 ввести. Но не факт, конечно, что. Ой, немного не то. 4. Ой, опять не то. 4, 3, 1. Наверное. А давайте просто наугад, как бы 4, 3, 2. 4, 3, 0. 4, 3, 5. Нет. Давайте еще. 2, 4, 3. Нет. А если 1, 4, 3. А если 3, 4, 1. А если 2, 4, 3.
Ладно, интересно, наверное, погадаю. Я честно скажу, я смотреть сейчас ничего не буду. Просто, наверное, будем сами как-то угадывать. Надеюсь, как бы я недолго буду это угадывать. Просто не хочу как бы вас томить прохождением, как бы, введением пароля. Поэтому сейчас я по-быстрому отгадаю, пытаюсь... Ой, фонарик врубили. Попытаюсь как-то отгадать. Восьмерка. 7, 4, 2. Короче, сейчас отгадаю и как бы продолжим с вами играть в эту игрушку. Я, короче, понял. Короче, смотрите, 4, 3, 2, наверное, нет? А, нет, мы уже водили, подождите. А, 4, 2. О, отлично, как раз только-только вот. Можно сказать, я включил запись, буквально минут назад. Коридор. Страшный коридор. Ну ладно, не страшно, довольно, кстати, хороший. Я думаю, будет страшнее, у нас какая-то дверь, давайте подойдем. Открыть не можем. Еще я бы, конечно, нашу дверь закрыл, это меня как-то беспокоит, но ладно, окей, уж не можем закрыть. Коляска стоит какой-то. Вот это меня пугает, конечно. Мы, получается, можем прятаться, значит, что-то сейчас будет. Если мы можем прятаться, то тоже можем прятаться. А, как какой-то сейчас... Что-то включается. Так, тут у нас записка. Ветеринария в выселении. Значит, еще кого-то выселяют, возможно. Наверное, ладно, окей, это бутылка стоит. Это что у нас? Барев напиток. Не знаю, такое, если честно. Так, погнали, значит, у нас какая-то опять стиралка стоит, коляска. А, наверное, мы должны идти дальше. А, ну подождите, если у нас снизу он говорил, по-моему, или сверху? Снизу, по-моему, он говорил, да, сверху мы там пройти не можем. Значит, мы идем вниз. Как бы это, конечно, страшно не было, но мы идем вниз. Сейчас, подождите секунду. Ох, собака какая-то лает. Так, погнали, короче, вниз, сейчас по-быстрому. А, так. Надеюсь, что дверь не закроется. Потому что я вдруг, нам надо будет бежать сейчас обратно. Там открыта дверь. Я вижу, что там открыта дверь. Погнали, ладно, окей, туда сейчас пойдем. Мы не можем спрыгнуть? Нет, к сожалению, не можем. Да, вроде никого нету. Какая сцена начинается какая-то, в секунду. Ой, робот, ну, как бы, ну, это ладно, робот не так страшен, если честно. Ну, нихера себе на четвереньках, конечно, пополз. Там закрыто, подождите, куда бежать? Наверное, вниз. Он за нами бежит, я понимаю, да? Правильно понял я? Давайте тут спрячемся, подождите. Он нас нашел, а как, подождите? А куда мы должны бежать тогда? Ладно, давайте сейчас тогда загрузим последний файл. Ну, я, конечно, спрятался вообще, супер. А, я вот теперь страшно вылазить. Будет это, потому что... Думаю, как бы, как мне вылезти, когда там как-то... За моей дверью ходит робот. Проходит сейчас мимо, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, сюда мы не можем зайти, подождите. Там должен тогда идти. Смешно, подождите. Он... Он просто сначала нас не заметил. Просто такой, знаете, сколиозник просто какой-то подошел к нам. Сначала не заметил. Окей, давайте, ладно. Тогда куда мы должны идти? Возможно, на низ? Просто бежим, давайте, погнали, короче. Мы должны, наверное, идти на низ. Возможно, опять же, наверное, прятаться в эти ящики, ой, ну, в эти кабинки. Фух, напряженная, конечно, игра, такая, как бы, да, довольно напряженная, такая страшная, такая атмосферная игра. Давайте выйду, потому что что-то
Я вообще хз, где он? Подождите. Мы зашли в какой-то кабинет управдома. Ключ. Точно, ключ нашел. Фух, точно. Ну нет, чувак, пожалуйста, не надо. Сейчас просто наверх. Просто бежим наверх. Фух, просто на всех парах бежим сейчас наверх. Бум за нами не бежит, если не ошибаюсь. Фух, все, погнали. Фух, бежим домой. Фух, это было напряженно, как будто просто за нами бежал сейчас. Делать. А вот у нас тут комната открылась. Надо поискать, короче, нычки. Какую дверь вы что издеваетесь? Там робот. Там какой-то робот-маньяк. Ой. Ладно, это просто реклама. А что мы должны сделать? Не, мы просто забежали вроде в комнату, а в комнате ничего как бы нету. А, ладно, давайте, может, заканчивать на этом серию, потому что мы прям затянули уже по прохождению. Игнат, пусти меня. Не, я не буду никого впускать. Это робот стучит, чтобы мы как бы его просто... Давайте посмотрим просто в глазок, там, скорее всего, робот, да? Сынок, открой мне дверь! Там никого нет, издевайтесь. Не, пожалуй, не, я не буду открывать, не, сама как-нибудь там войдешь, надо было ключи брать. Не, сорян, я открывать тебе дверь не буду, мама, прости, конечно, но надо было брать с собой, конечно, ключи. Фух, я вам, пожалуй, пойду просто поиграю, как бы, в себе, там, смотри, у меня как бы есть тут крестики-нолики, вот пойду с роботом поиграю в крестики-нолики. Не, не, сама открою, что там ключи, да, должны быть, поэтому сумочку просто покопайся. Не, сорян, я не буду никого впускать, не, сорян, конечно. Но я тебя впускать не буду, мам. Прости, ну как бы я как-нибудь сам тут. Сынок, открой мне дверь. Так, а чем мы должны? Мы должны открыть дверь? Не, ну вы, сынок, наверное, чокнулись, да? Просто. Пожалуйста. За мной сейчас бежал робот, и я спрятался сейчас в квартире, и я должен открывать дверь, да? Игнат, пусти меня. А стоп, кстати, я говорил про тут нычку. Сыночек. Ну ладно, мамуля. Сынок, открой дверь себе. Сынок, открой, пожалуйста. Вы что, чокнулись вообще? Игнат, пусти меня. Я открыл дверь. Сыночек, открой дверь, пожалуйста. Ну все, тогда. Сиди там, значит, сиди. Не устраивайте, что я открыл дверь. Сынок, открой мне дверь. Да просто там, конечно, посиди и все. Ладно, давайте заканчиваем эту серию. Я просто... Сынок. Не хочу как бы продолжать пока что на сегодня же серию. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, по QR-коду, который прямо сейчас на экране. Там очень много интересного, как бы и про вот этот даже ребус, там все выложу. Просто кто догадается, вдруг, ну просто короче, выложу сейчас вот прям. Выложу, серия выходит, наверное, в четверг или в среду, хз. На этом все. Всем спасибо огромное за просмотр. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Пишите комментарии, для меня это очень важно. Ставьте лайк, ну и конечно же, еще раз всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.